Ну, сегодня опаздываем так же, как в прошлый раз. И все из-за тебя. Сережка был готов. Давай проверим еще раз. Майки. Две. Трусы. Три. Колготки. Четыре. Что ты? Ну, что ты говоришь-то? Ты становишься похожей на глупую наседку. Так там заведующие тигрицы. Если чего-нибудь не хватит, не примут, как в прошлый раз. В прошлый раз ты забыла справку об отсутствии инфекционных заболеваний. Ну, конечно, я. Ну, потому что везде я. Все, я дома, я. Ладно, иди купи мне мороженое. Может, это меня успокоит. Боже мой. Господи, боже мой, что с ребенком делается? Настя, Речка. Как ты думаешь, он будет плакать? Да привет и перестань, как все нормальные дети. Сережа, ты хочешь в детский сад? Хочу. Хочешь. А плакать не будешь, старик? Буду. Сереженька перестанет плакать. Сереженька, нельзя так громко плакать. Ты посмотри, мальчик. Он будет хороший. У нас Сережа мальчик хороший. Он сейчас станет, он будет слушаться. Я этого не вынесу. Это выше моих сил. Сереженька. Сережа. Сейчас мы с тобой пойдем. Твое порочное воспитание. Сережа, Сережа, Сережа. Ничего не выйдет, придется звать Клаву Климкову. Клава Климкова! Климкова, Клавочка! Иди сюда, иди! Тут еще один мальчик плачет. Сереженька, миленький, мороженький. Переверни пластинку. О. Мам, я очень глупая, как считают некоторые. А сама ты как чувствуешь? Сама этого не чувствую. Правильно делаешь, плюнь на некоторых. И на учительницу? Если бы не Сережа Лавров, я все 3 года в 1-м классе просидела. Не было бы Сережи, нашелся бы другой. Я ему клятву дала. В чем? В чем надо? Не сдержишь. Не сдержу. Ну и что? Красиво. И вообще, чтобы я больше не слышала, а помнишь. Меня уже тошнит от этих слов. Понял? Ну, медведь. Смотри. Бывает.
всю жизнь будешь любить Клаву.